Здравствуйте, проходите. Я вас познакомлю быстренько с нашим центром. Чем мы пользуемся на занятиях, как мы проводим занятия. Пойдемте, пожалуйста. У нас в центре 5 аудиторий, 2 из которых биологические, 2 химические, 1 общая под русский язык и под математику. На занятиях по биологии мы часто пользуемся различными препаратами. Причем это настоящие черепа различных животных, и медведи, и рыси, быка, скелеты различных позвоночных, это и мокрые препараты, препараты моллюсков, это и различные экспонаты растительные, клетки животные растительные. Обратите внимание на многочисленные препараты, посвященные членистоногим. Какие-то из них пластиковые, разборные, какие-то настоящие, как, например, наша костная база. А также различные энтомологические коллекции, коллекции насекомых. Вот у нас уже здесь ждут занятия. Можете обратить внимание на экспонаты немецкой фирмы 3D Scientific, которые мы используем на занятиях по анатомии и физиологии человека. Здесь различные органы и в увеличенном формате строение кортикового органа, зрительного анализатора и многое другое. Разборные манекены, с которыми удобно и интересно изучать строение человеческого тела. Различные модели, модели среза растительных органов листа, модели ДНК. Все это, естественно, в сопровождении лекции преподавателя и презентации. Ну, собственно, здесь расписание. На доску мы выписываем успехи наших учеников и не только в ЕГЭ, но и в Олимпиадах. Ежегодно обновляя этот список. Прошу последовать в аудитории, посвященной химии. У нас таких аудиторий 2. Ну, в частности, это наша главная аудитория, в которой есть и вытяжной шкаф, и, в принципе, это аудитория-лаборатория, в которой у нас собрано несколько сотен химических реактивов. За курс мы проводим несколько сотен химических экспериментов, причем это проводит не только преподаватель, а непосредственно ученики своими собственными руками. Здесь представлена лишь только часть нашего оборудования, химическая посуда, химические реактивы, различные аппараты, аппараты КИПа, аппарат для органического синтеза. Ну а в соседней, малой нашей химической аудитории, мы также проводим часть недымных и неопасных экспериментов, собственно, вот за химическим столом. Здесь мы проводим занятия по математике и по русскому языку. В группах у нас, видите, максимум по 8 человек. Ну и наша чайная зона, где в перерывах наши ученики могут угоститься чаем, сушками, ну и отдохнуть, потому что занятия у нас достаточно объемные и насыщенные. Мы ждем вас в нашем центре. Будем рады встрече с вами.